Доброго времени суток. Ну что, сегодня у нас очередная коробочка. И на этот раз вот он, Belkin. Док-станция для iPhone и для Apple Watch. Это Special Edition версия. Я вам расскажу, чем она отличается от простой, но там особо больших изменений нет. Не, ну как бы есть, но все по порядку. Так, ну вот она такая вот. Значит, это у нас для Apple Watch. Здесь есть также дополнительный USB разъем питания. Вот эта вот чаша, которая для зарядки. Ну и ножка. Когда разница от обычной, это то, что обычная она как бы идет такая полная. Не такой кругляшок, как бы полный. И он такой более овальной формы. Вот это вот сама основание. Так. Это мы сейчас выдвигаем. Как мы это выдвигаем? Вот так вот, наверное. Опа. А, мануальчик. Питание. Здесь можешь что-то дополнительное подключить, типа зарядочки, часы, iPhone и все. Ну и тут типа так нельзя, так нельзя, так нельзя. Belkin. Вот так вот коробочка, прикольно. Еще есть что-нибудь? Нет, нет ничего. Ну и вот оно. Вот такое вот. Сейчас мы его достанем. Опа. Отложим. Так, в комплекте у нас питание и больше ничего. Ну, провод такой довольно-таки вроде длинный. Да, обычный. Так, ну и вот сама вот эта вот подставочка. Вот она вот такая. Опа! Почти улетели, но все поймали. Ну, значит, извиняюсь. Вот так. Вот, значит, сама у нас подставочка вот такая вот, белая. У меня была предыдущая версия. Это, которая была для Lightning. Это уже для Wireless. Который... отличия, да, есть. Потому что у прошлой были, ну, вы можете посмотреть, у меня тоже она есть на канале. Прошлая была просто вот так вот ножка. Здесь такая, и вот здесь вот как бы... Apple Watch заряжались они на весу. А в этой версии они как бы здесь стоят. И такой вот кругляшок для этих. В принципе, кому как. Мне оно нравится. Как будет в работе, я думаю, тоже будет все хорошо. На что мы еще можем посмотреть? Ну вот, да. Вот утопленный разъем питания. USB. Что у нас тут? USB. Где фокус? А, ну вот видите, 1 амперный, обычный, в общем. И все. Вот такая вот док-станция для iPhone и Apple Watch. Спасибо, что посмотрели.